Очередное чудо. Нашла на заправке. Балахастый весь. Про пустогон сейчас пришла. Приехали к Анастасии Александровне. Сейчас она его проглистогонит и оставим его в клинике на передержку. Анастасия Александровна, золотой человек, она согласилась взять у нас еще котенка. Ну, ребята, у меня реально такой дом просто заболеет. Подхватит что-нибудь, маленький совсем. Приезжайте знакомиться в клинику. Усы, лапы, хвост. И это, ну, корма можно привезти. Это препараты какие-то там, Анастасия Александровна скажет, что там нужно.